Вижу цель, не вижу препятствий. 1 минута 3 секунды и дистанция пройдена. 10-месячный спортсмен Максим Буранков несколько месяцев готовился к соревнованиям, сам того не зная. У нас тренировки круглосуточные, можно сказать. Ползает постоянно, все исследует, так что мы в хорошей форме, с боевым настроем. Специально не тренировались. Самое умилительное, трогательное и невероятно смешное спортивное событие Самары – чемпионат ползунков. Ползут все – и сами юные чемпионы от 7 месяцев до 2 лет, и родители. Надо же пример чаду показать. Но на такую наивную хитрость малыши не поддаются. И тогда в ход идут приманки – игрушки, шарики, в числе самых желанных – сотовые телефоны, пульты от телевизоров и планшеты. У каждого юного спортсмена свой стимул и своя серьезная группа поддержки. Все эти мероприятия в первую очередь направлены на сплочение наших семей. Но они же готовятся дома, репетируют, обсуждают. Они вот сидят вечером и обсуждают. Мама, папа. Это же здорово, пусть больше обсуждают. Чемпионат ползунков 2013 собрал 100 участников. В этом году был установлен абсолютный рекорд – 2 метра за 19 секунд. Самым быстрым стал карапуз в легкой весовой категории, которому нет еще и года. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.